Детского-то выдайте, Тимохычу. Так, первая баночка пожрать. Так, делаем повязку на руки, чтобы не обморозить. Все равно холодно. Так, но зато руки не отморозим. Так, надо пожрать. Блин, вот мой любимый рюкзак. Все, однозначно берем его. Тут даже нет. Блин, и пуханчик. Но он угандошенный, а пожарная эта тема лучше. Да и цвет у него не ахти. Блять. Friendly. Hello. Hello. Никаких френдлики. Будем ебениться с тобой. I gonna kill you. No, no, please no. Yes. No. Фуд. No. Смотрите, он нас боится, этот зайчишка. Иди сюда, наш зайчик. Так, все, этот готов, пассажир. Этот парнишка у нас готов. Родники. Вот, нашел нам покушать. Так. Это нам нашел. Ремень у нас теперь есть. Балаклаву мы ему всадили. Блин, лутал он, нет, эти пятиэтажки, черт его знает. Так, давайте еще немножко хавки попробуем найти. Блин, охотничья однозначно. Хочу охотничью. Потому что пожарка светится. Охотничья тоже тема. Такой вот. Так. Сейчас ищем покушать. Переждем выброс. И будем выбираться куда-нибудь вглубь зону. Очень плохо. Все очень плохо. Попробуем здесь полутать. Здесь же тоже могут быть медикаменты. Так. Потому что они нам сейчас по-любому нужны. Так, ну пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Нет, здесь ничего нет. И эта фигня тоже не помогает. Пойдем, сейчас, ладно, думаем о еде пока в первую очередь, потому что это наша главная проблема. Потом уже будем остальные решать задачи. Вон он, вон это тело бегает, блядь. Так, отлично. Быстрее, 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 надо добить. Он в унке, скорее всего. Со стволом пацанчик лежит. Нет, мертвый. Шотнули его. Отлично. Так, что у тебя есть, добрый человек? Что у тебя есть, добрый человек? Есть репитер у тебя, хорошо. Так, так, так. Блин, долбанное зомбарье. О, хавки, смотрите, сколько у чувачка. Он нам все принес. Охренеть у него, короче, просто тут. Чувачок, да ты этот... Да ты клондайк просто. Блин, у него черный. Не, мне вот этот больше нравится. Патронов у нас больше нет, поэтому нам и эта твоя пригодится. Больше-то стрелять тебе нечем же? Нечем, правильно. Ну и все, хорошо, тогда лежи давай.
Отдыхай. А мы потихонечку уходим. Это другой типа сталкер, да. Типа, которому не повезло. Да твою мать, не надо, вот не надо махать своими... Тварь. Безродная. Так, перематываемся. У него... Прибежал, прибежал. Так, это еще следующий пассажир. А, нет, может быть и этот. Так, да упокоит Господь твою душу. Так. Нам надо своими делами заниматься. Нам надо больше оружия. Так, хорошая была клава. Так, очки не нравятся, темные. Так, нам надо как-то пытаться избавиться. Эта херня сама по себе, конечно, пройдет. Но не быстро. Так, отлично. У этого парня еще и адреналин был. Точнее сказать, у этого зомбака, конечно. Так, пока все для Тимофея складывается неплохо. Ай, ты моя хорошая. Ай, ты моя красавица, а. Иди, иди к папочке. Так, эту херню выкидываем нахрен. Не доставайся же ты никому. Ой, она еще и с прицельчиком, слушайте. Ну все как доктор прописал. Патроны у нас есть. Все у нас есть. Магазин у нас есть. О, да. Так, давайте тунца навернем. Тело, 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 тело. Тело, 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 тело. Че, сколько думаете, тут 300 будет? Так. Еще одного приговорили долго жить. Не понимаю, это он. Да, это он теперь точно не жилец. Так, отлично. Блин, жесть. Постоянно просто вот приходится балансировать теперь, но выжить, выжить надо. Отлично. Так, все, наконец-то мы можем хавку всю разморозить. Так, это не то. Блин, ну тетрик, хотя бы 3 штучки, слушайте, было бы, да? Офигеть, 1 штуку, прям такая, типа, вот тебе вроде тетрик, но как бы хрен знает, может тебе и не поможет, может ты и не выживешь, блин. Вот так вот. Подъебнула нас судьба. Так, спрайтика закидываемся. Вот спиртиком бы лучше бы Тимоха закинулся, обеззараживал бы как раз там все внутри. Oh, me tue pas s'il te plaît, t'es gentil. T'es gentil ou t'es pas gentil? Их двое. Hello, friendly? Ok. Hein. Ok. You friendly? Yes, yes, friendly, please. But you have a gun. Hello? No, 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 okay. Ok, bon, t'es pas pour lui. У него, по-моему, тоже что-то было. Надо было вот это брать. Merde.
Не пойму, есть у него что-то или там двое, ну? Да. Так, ну чё, Тимоха вас сейчас пиздить всех будет. Ребята, вы готовы? Сейчас. Сейчас гаечный ключ только найдем. О, ты смотри, чё. Ой, ну готовьтесь, а. Ой, ну готовьтесь. Так, сейчас будет битва. Сидят они тут, стреляют, блин. Стрелки, ёпэ, РСТ. Чё, они там на воде кого-то принимают, засранцы? Ага, вон бежит. Так, ну-ка давай попробуем ствол какой-нибудь найти. Да хер тут что найдешь, а не ствол. Вот я слышу, что он бегает. На, нахрен! Получил, мазафакер, блин! Вот так! Это Тимоха мазафака, блин! Как я тайминг, а, словил? Как тайминг-то вам? Вот так вот, блин! Черт бы его побрал! Ишь, что творит, блин? Бегает он тут. Все, готов, блин. И теперь со стволом уже мы оказались. Вот так вот. Чувака, чувак сгорел стопудово, блядь. С двух ударов с ключа отлететь ему. Здесь колонка где-то сраная. А, вот она. Так. Заполняем. Так, набираем водички и валим нахер. На Намальске тут не поешь, как на Черноруссии. Надо размораживать пищу. Вот я сижу и размораживаю. Олень орет еще по духу, такой травит, типа, смотри, я тут, а ты подыхаешь с голоду. Так, сейчас за оленятами Тимофей придет, конечно. А теперь можно покушать и пойти охотиться на оленей. Ну, олени прям, слушайте, напрашиваются на пиздюляторы. Они прям орут по духу просто. Они кричат, Тимофей, мы хотим, чтобы ты нашел нас и убил. Они говорят, ломай нас. Ломай нас полностью. Чем мы сейчас и пойдем заниматься, собственно говоря. А что еще? Ситуация. Швах. О, как дымит хорошо. А тот я не увидел костер, будь он проклят трижды, блин. Так. Что там, может еще кто-нибудь бежит по переходику? Не видать. Не видать. Так, олени, мы идем к вам. Если вы олени на... На Мальске, то мы идем к вам. Они что-то бегают тут, то там, то тут. Пришлось опять к больничному комплексу выйти, блин. Так, по крышам там не... Да вы что, уроды, вокруг меня бегаете, что ли? Ага, зайчишка. Зайчишка. Ты чё, наших оленей пошел убивать? Это Тимохины олени, стой, зайчишка. Ебать! Он реально за оленями пошел. Сейчас.
ваншот. Вот так охотится. Ты ж не встанешь, да, ведь, чувак, правда? После шота-то в голову. Круговорот жизни, да. Вот так вот. Я не вижу, что... Если он лежит сейчас, он может лежать, не вставать. Есть у тебя друган, который бежит теперь меня убивать? Так, 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 так. Чувак тоже явно хотел покушать. Мне просто некогда смотреть тут, бегать, мансить. Есть там что-то? Нету, блин. А, мне надо лутаться. И уходить. Я что-то слышу. Мне это не нравится. Категорически. Прячемся. Сейчас, 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 погодите. Сейчас разберемся. Во-первых, перекусить надо, что у него тут есть. Мед. Звуки какие-то нехорошие. Что за рюкзак у него был? Почему вы говорите, надо взять? Погоди, надо осмотреть. Мне что-то там... Кое-какое шуршание не нравилось мне. Это паранойя, конечно. Нихуя себе, ёпти. Нихуя себе. Сказал я себе. Я сказал, что-то слышал я. Огонь батарея. Огонь батальон. Так, 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 так. Вон он. Он-то бегает быстрее, чем я. Так. Минус два. Вот это, наверное, последний. Чё, отъеду я сейчас, нет? Сильно ранило. Куда ушатал? Давай, давай, ХП вверх, я не понял. По рюкзаку пришлось. Отлично. Отлично. Вот это был второй. Нет, бинтов не надо. Это шоковый урон. То есть у него калибр маленький был. Фух, вот это я адреналинчика сейчас капнул. Охренеть. Вот сейчас, наверное, можно спокойно лутаться. Вон он лежит. Трупак. Олень, кстати, исчез, трупак лежит. Я передвигаюсь медленно, то есть я не замансить могу ничего. То есть любое столкновение сейчас с противником. Можно вот больничку поконтролить, это да. Крыши почекать, вот здесь вот так посидеть, понаблюдать. Где? Твою мать, мы замерзаем, блядь! Нет, 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 нет!
Вперед, 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 вперед. Ай-яй-яй-яй-яй, давай, 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 давай. Быстро, 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 быстро. Слушайте, ну это на тоненького. Можно стрим называть по лезвию ножа или бритвы. Да ты чё, угораешь? Где палки, блядь? Я же срубил эту сраную палку. Чё сегодня происходит-то? Господи, ну нет, 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 пожалуйста. Сейчас бегать начнем. Сейчас, 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 сейчас. Костер и бегать, бегать, бегать. Давай, давай, родной, давай, давай. Ты все, что у нас есть. Господи, как на тоненького, как на тоненького. И бегать, и бегать, и бегать. Все, хороводы у костра. Хороводы, давайте песни петь. Бегаем и греемся, бегаем и греемся. Давай, хп, вверх, 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 хп, давай. Давай, 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 давай. Господи, это просто охренеть, блин. Вверх, вверх, пошло, пошло, родимая, есть контакт. Но на Майске, если кажется, что все налаживается, это кажется, да? Именно так, и с этим никак не поспоришь. Все, спасли. В такой ситуации хочется прям вытащить своего персонажа. Да не надо мне шину, Глеб, не надо костер, я умираю от холода. А не от перелома. Ну хотя, с шиной я смогу ходить, окей. Нет, надо больше тряпок. Так, подождите. Надо больше тряпок. Я смогу ходить. Давайте сделаем. 4 тряпки, вон Рома пир. Вот я говорю, что что-то не хватает. Блин, жопа. Но все равно греться надо. Я ж не могу тут ползать, как червяк такой, короче, Тимоха червь. Второе погоняло будет Тимоха червь. Во-во-во, это на выход идем, слушай, хотя бы в лес уползем, нас же завалят тут нахер. Давай, давай. Тимоха, вы чувствуете, сколько, какое стремление у Тимофея к жизни? Без ног ползет, блин. На культях на одних. Вот видите, сжег тряпки, а они бы мне сейчас пригодились. Вот никогда в DayZ не знаешь, блин. Блять, холод лютый. Не хватает нам скорости перемещения. Сейчас еда пойдет вниз, жопа. Ну, мы до последнего будем, конечно, биться. Минус 2. Блять, хп на нуле. Да вы чё, зомби что ли сейчас меня завалят? Да чтоб вы сдохли, ублюдки, а! Просто ублюдки.